Сбежавшего экс-директора компании «Реставрация» Николая Коваленко нашли в Италии. Он живет на морском побережье в элитном районе. Бывшего руководителя нашли не силовики, а наши коллеги – журналисты. Они несколько дней караулили его у дома. Поговорить удалось во время прогулки Коваленко вокруг своей виллы стоимостью примерно в 2 миллиона евро. Экс-директор «Реставрации» же подозревают в мошенничестве на сумму в 2 миллиарда рублей. Это деньги обманутых дольщиков компании. Лично я, у меня нет таких денег, лично я не знаю. Почему вы скрываетесь от российского правосудия в Италии? Я не скрываюсь, я лечусь. А что с вами случилось? У меня эти самые почки, почечная недостаточность. А вы знаете о том, что в России против вас возбуждено уголовное дело о мошенничестве? Да, знаю. Как говорят сами журналисты, экс-директор старался сделать максимально болезненный вид. По одной из версий следствия, он покинул страну по состоянию здоровья. Добавлю, сейчас полиция арестовала имущество Коваленко на сумму около 450 миллионов рублей, а также отправила запрос на арест итальянской виллы. Самого Коваленко задержать не так просто. По словам правоохранителей, за границей это сделать может только Интерпол. Но для этого российским силовикам нужно доказать итальянским коллегам его вину.